Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк, и это «Фокусы от моряка». Сегодня у нас с вами гостевой выпуск. И сегодня у нас в гостях те ребята, чьи выступления я с удовольствием смотрел еще задолго до того, как сам начал что-то снимать. Я вам говорю про парней из «Фига себе шоу». Ну что ж, посмотрим, что они нам приготовили. Здорово, чуваки! С вами канал «Фокусы от моряка». И сегодня с вами Александр Яговорев и Денис Чертовский. Сегодня мы вам показываем фокусы и обучаем трюкам, как вы гостевые. Вообще мы ведем «Фига себе шоу» вместе. Вдруг не знаете. Да. За бонус случай однажды меня пригласили на радио и попросили показать фокусы по радио. Я понятия не имею, как это делать, но мы выкатились. И сегодня мы покажем и, собственно говоря, научим вас фокусу, который можно показать по радио. Если вдруг нас смотрят люди, которые на радио не работают, можете показать его по телефону. И прямо сейчас демонстрация, которая сразу же и обучение. Поехали! Итак, чуваки, собственно говоря, сам трюк. Подготовьте для этого фокуса 7 красных карт и 7 черных карт, которые будут лежать у вас на столе. Возьмите из любой колоды, поставьте видео на паузу, положите и прямо вместе с нами покажите трюк, который пройдет прямо в ваших руках перед экраном. По 7 карт, каждому 7 черных и 7 красных карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проверьте, там было 7. Готовы? Так, поехали. Возьмите одну стопочку, берите под стол и перемешайте. Не важно, что мы делали, как они там будут лежать. Главное, чтобы вы весь трюк мешали карты. Положим ее на место. Возьмем другую стопочку, черную, неважно, красную. Тоже перемешаем. Угу. Достанем ее обратно, срезанные. И теперь, прямо чтобы они точно лежали перемешаны, по одной карте кладем с черной, с красной стопки на стол, прямо по одной карте. По одной карте смешайте вот так вот стопки. Одна, вторая. По одной карте четко будет лежать красная, черная, по одной. По одной, черная, красная, черная, красная. Уберите ее под стол. Пару раз поснимите, я буду показывать, как вы будете сходить, поснимите. Я буду показывать над столом, а вы будете под столом, да. Спасибо. А теперь смотрите, вы посняли. Теперь возьмите две карты вместе. Под столом выйдем. Да. Две. И переверните вот таким вот образом. Ага. Перевернули, после этого подснимите стопочку. Также две карты вместе берем, переворачиваем и поснимаем. Можно делать так сколько угодно раз. Прямо за спиной две карты взяли, перевернули, посняли. Если там какие-то карты будут переворачиваться по несколько раз, какие-то там совпадут, две, неважно. Перевернули, посняли. Видите, вот сейчас они снова перевернутся у нас там туда-обратно. Какое угодно количество раз так делаете, переворачивайте, ага. Сложили, снова посняли. Оп, верните колоду обратно и снова перемешайте, разложите их также на две стопки. Раз, два. Прям по одной карте две стопки раскладываем. Оп, а вы видите, что они у вас хорошо перемешаны, вы сами все это делали. И теперь сами выберите любую стопку, одну, которая вам нравится, любую стопочку возьмите. Переверните ее и положите поверх второй. Допустим, я выберу эту. Возьмите, переверните и положите поверх другой. Уберите это все вместе. И что нужно сейчас делать, как ты думаешь? Перемешать. Мы здесь все время перемешиваем карты. Играем по столу и снова мешаем. Я покажу здесь, как это происходит. Прям в любом порядке мешаем карты. Как... И теперь смотрите, берите колоду обратно, положите на стол, на стол, который у нас земля, на асфальтовый стол, наш любимый плитка. Спасибо Собянину. Те карты, которые лежат лицом вниз. Только карты лежат лицом вниз, положите их на землю. Прямо вот лицом вниз, вот они лежат. Лицо вверх оставляем в руке, лицо вниз кладем на стол. А лицо вверх оставляем в руке. И сейчас, ребят, небольшое предсказание. Можешь взять и пересчитать карты у вас в руке. У вас в руке ровно 7 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И лицо вниз на столе у вас лежит, соответственно, 7 карт. И более того, вы только что их разделили на черные и красные. Две стопки. Офигеть. Вы сами перемешали карты, несколько раз снимали, переворачивали сколько угодно раз. Я не знаю, сколько лежали, может, вообще это не перемешали, не брали. Но на земле у вас осталось пересчитать ровно 7 карт у каждого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Самое интересное, в руке у вас тоже осталось ровно 7 карт. Если обратить внимание, вы четко их разделили на черные и красные. Вот такой трюк. Молодцы, как вы это сделали, я не знаю, Вот такой трюк, который работает сам по себе. Вы можете показать его по телефону, по радио, в жизни раздать людям карты, чтобы они толпой их мешали. Это смешно очень происходит, когда ваша компания все это вместе синхронно делает. Вот такой вот трюк, чуваки. Если хотите еще больше фокусов, подписывайтесь на наш канал «Фига себе шоу». С вами был Алексей Гагаури и Денис Чертовский. В гостях у «Фокусов от моряка». Пока.